Как бы мы были удивлены, если бы увидели солнце, сошедшее с небес, которое, двигаясь по земле, щедро отсылало бы свои благодатные лучи тем живущим. Разве случившееся не напомнило бы видящих его изумлением? А ведь солнце всего лишь даятель видимого света. Теперь посмотрите и оцените, насколько важнее то, что солнце правды посылает свои благотворные лучи, которые проникают через нашу телесную природу и освещают наши души. Я хочу привести три веских аргумента, из которых станет ясно, что именно в этот день наш Господь Иисус Христос, Божественное Солнце, родился как всякий человек. Первый аргумент я вижу в том, что этот праздник за довольно короткое время приобрел широкую известность, и очень многие одобрили его празднование. Гамалиил однажды сказал относительно благовествования: «Если это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его». Деяния апостолов, 5 глава, 38-39. Я дерзаю придерживаться такой же точки зрения в отношении сегодняшнего празднования, потому что оно от Бога. Вместо того, чтобы быть преданным забвению, этот день с каждым годом становится все более значимым и торжественным. В течение нескольких лет проповедь Евангелия распространилась по всему обитаемому миру.